Всем привет! Вы на канале Pretty Katy Queen. Сегодня мы будем раскрывать королевскую куколку. Я хочу поблагодарить замечательных моих подписчиков, которые написали замечательные комментарии. Ну что, приступаем к распаковке? Ого, тут не одна куколка, а королевская пара! Как же это мило! Давайте же рассмотрим с другой стороны, что есть. А с другой стороны нарисована королевская пара и новые куколки Enchantimals. Ребята, посмотрите, в этой коллекции еще даже выйдет Лебедушка, да еще и Фелисити Лис. Только какая-то уже другая, тоже королевская. Ну что, давайте поскорее же раскроем нашу королевскую парочку. Коробка в форме настоящего замка. Раскрываем внизу. Настоящий хрустальный замок. Похож на телевизор. Наша парочка и красивый фон. Смотрите! Здесь что-то заметное? Да, конечно! Замок, он не сбоку, а посередине. И видно, какой же он огромный. А еще тут даже подарочки есть. И там вместо часов, знаете, что нарисовано? Лисичка. А, это, наверное, намекает на то, что будет скоро замок лисички. Смотрите, какая же красивая парочка. Достанем красивые подарки королевские. Синий и розовый. Ребята, пишите же в комментариях, что же в этих подарочках интересно. Ну а теперь мы достанем питомцев Хани и Боуни. Начнем с Хани, что обозначает сладкий мед. Ну и теперь Боуни. Такой симпатичный вообще. О! Он убежал сразу к подарочкам. Или к своей Ханне прибежал. Вы такая парочка сладкая. Ребята, я не знаю, что значит Боуи. Они такие маленькие. Ханни нежно-розового цвета. Глаза зеленого цвета. И она бусики подобрала под цвет глаз. У нее есть миленькие розоватенькие щечки, а сзади есть крепление для хозяйки. Куда же смотрит наша красавица Ханни? Точно, ведь она кокетничает с Боуи. А он от умиления закрыл глаза и покраснел от стеснения. Ха, как мило! Наш принц Боуи с закрытыми глазками и улыбается. И розоватенькие щечки. А сам весь нежный, как персик. Персикового цвета, нежный такой. Так и съела бы его. А еще наш принц нарядился в красивую белую с золотым манишку. Бумс, бумс, бумс. Вот так-то лучше с подарочками. Почему у меня розовый? Я хочу синий, а я хочу розовый. Давай поменяемся. О, мой подарочек. А это мой. Интересно, что же там? Пока наши питомцы играются, мы достанем нашу прекрасную пару. Наш джентльмен уступил даме место. Какая же Брелли красивая, особенная и удивительная. Ну просто королева настоящая. Давайте освободим ее ручки и волосики. Привет, привет! Меня зовут Брейли. Ребята, наверное, рады познакомиться с новой куколкой Enchantimals. О, наш джентльмен упал. Тоже хочешь, чтобы его рассмотрели поближе? У нее нежно-розовые волосы. Такие красивые, как нежное облачко.
будто розовая зефирка. Ну и очень гладкий, мне так это нравится. У диадемы сбоку есть два красивых золотых цветочка. Ну и посередине огромнейшее сердце. А еще у нее есть кофейного цвета ушки, коричневые брови. Посмотрите-ка и удивитесь, серебряные тени. Ого, я вижу у первой куколки серебряные тени. А еще красивые длинные ресницы, зеленые глазки такого же цвета, как у Хани, потому что это родственные души. Ребята, посмотрите, у нее кофейного цвета веснушки. Мне тоже очень нравятся веснушки, да еще и маленький черненький носик. И она показывает нам беленькие зубки. Интересно, а почему у нее белые зубки? Потому что она чистит их и ухаживает за ними. Ребята, чистите каждый день зубки утром, вечером, да еще и днем, чтобы ваши зубки даже блестели. Маечка желтого цвета. Огромное ожерелье, сделанное из драгоценных камней, завязанный из пайеток бантик, и боковины покрыты золотом. Золотого цвета пояс. Нежно-голубого цвета юбка, а на юбке золотые цветы, сделанные из золота, из рубина и из всяких драгоценных элементов. И такие цветы можно найти только в мирном мире Enchantimals. Та-дам! Ну а почему бы так тоже не сделать? Можно сшить отдельную юбочку, вот такую в обтяжку. Будет юбка... Карандаш. Ножки не сгибаются? Ребята, посмотрите, у нее розовенькие ботиночки. Напишите-ка в комментариях, у кого же есть точно такие же туфельки. Розовые туфли все резные, на каблуках. А сзади есть разрезики, чтобы можно было снимать удобно. Брелли зовет Беннона. Вставай, вставай, поднимайся, пошли на бал. Вставай, вставай, выбирайся. Катя, Катя, помоги, пожалуйста. Катя, помоги нам, пожалуйста, выбраться, мы без тебя никак. О, корона мешает. Достаем Беннона. Одна ножка, левая, правая. Застряла рука, левая, правая. Застряла голова, ухо правое, левое. Выпустите меня. А уши на месте? Да, уши на месте. О, у него 4 уха, ребята! Давайте же поскорее рассмотрим мальчика. Коричневого цвета волосы, милые ушки, как у Мишки. Королевская золотая корона, как у короля. Такая же золотая корона, похожая на императорскую. Коричневые брови. Посмотрите-ка, мальчик без ресничек. У мальчиков часто бывают ресницы длинными, даже длиннее, чем у девушек. А здесь почему-то они не нарисованы. Синие глазки, а еще здесь тоже веснушки, только уже под глазками на щечках. Ярко-черный носик и губки. Серьезный мальчик, сомкнул губки, даже не улыбается. Ребята, знаете, почему Беннон такой серьезный? Потому что он хочет совершить подвиг и спасти свою королеву-принцессу. У него есть торжественная лента. Если немножко приснять ленту, то мы увидим бело-золотую манишку. Застежки на золотой жилетке сделаны из драгоценных камней. И у Беннона торжественная белая рубашка. На принце надеты синие брюки. У Беннона золотые мужские туфельки. На них нарисованы спереди шнуровка. Они на маленьких каблучках, а сзади малюсенькие разрезы. Конечно, меня поражает, что у королевской семьи нет хвостиков сзади. Ушки есть, а хвостиков нет. Так все-таки они мишки или не мишки? Королевская семья в сборе.
И всем пока, ребята! Вы были на канале Pretty Katy Queen.